Я считаю, что моя дочь может смотреть фильмы такие замысловатые, скажем. Я против, наверное, жестокости, вот такой жуткой жестокости, да. Я не люблю, когда она это смотрит, потому что я понимаю, что это, в принципе, ну, даже, наверное, ей не нужно пока. Но то, что есть какие-то фильмы с глубоким смыслом, с какими-то жуткими проблемами, вот именно вот проблемы у человека. Или даже есть проблемные фильмы такие, которые рассказывают просто о подростках, у которых проблемы. Многие сейчас, последние фильмы я видела, есть именно о кибераздевательстве, именно об отношении матери и подростка и так далее. То есть мы это смотрим, мы это обсуждаем. Мы любим вот именно после фильма рассказать, вот что ты поняла, что ты, то есть как ты считаешь, почему режиссер вот так показал и так далее, как ты считаешь, правда это или нет. Мы очень много разговариваем. Это научил меня муж. В нашей семье постоянный диалог, постоянный. То есть мы очень любим собираться в гостиной именно вот за ужином и рассказывать что-то, что случилось, что сказала там Маша, или, например, у меня что произошло. Мы рассказываем, потом это обсуждается. И я считаю, что это, наверное, единственный способ, чтобы твоя дочь не отвернулась от тебя, чтобы ты знала, чем она живет, потому что я очень часто живу вот именно ее жизнью. И это правильно, потому что включать маму, это, конечно, круто иногда. Наверное, правильно просто опуститься на ее уровень восприятия и помочь ей советом в трудную минуту.